Помощь, которую мы получаем, всегда актуальна, потому что она необходима для жизнедеятельности приюта, для животных, для наших хвостиков. И я говорю всем большое спасибо и низкий поклон, потому что это одна из основных составляющих жизнедеятельности и поддержания приютов. И сейчас, в очередной раз, эта помощь пришла нам от Оли Орловой, певицы группы «Блестящие», которая на протяжении многих лет помогала животным городского приюта «Кормами». Сейчас она помогает приюту частному Николая Ивановича, где находится более 180 собачек. Тоже немалое количество животных. Помимо этого, мы продолжаем кормить животных уличных, потому что они тоже остро нуждаются в питании. Еще раз благодарственные слова нашей красавице Ольге за ее понимание, за ее помощь и за ее, главное, это доверие нам. Потому что мы помогаем животным от чистого сердца, не гоняемся ни за какими грантами, ни за какими пиарами. У нас помощь идет реальная и действительно для наших хвостиков, чтобы они ни в чем не нуждались.